вот собор Василия Блаженного, как всегда, на месте. И мы идем в ГУМ, потому что льет как из ведра. По мостовой. По Тверской, Ямской. Сегодня нам с погодой не повезло, но мы об этом знали. Поэтому у нас есть вот такой зонтик космический. Пошли прятаться в ГУМ. Что делать там? Будем там тусить. Может быть, покушаем. А так, Москва в любую погоду хороша. Да, мама? Какой красивый, чистенький собор Василия Блаженного в дождик. И есть такие вот автобусы по Москве. Сайтин, Сити Москва. Но мы на них не поедем. Мы уже по Москве катались и не раз. И не будем смотреть столицу из окна автобуса. Мы пойдем пешком. Вот как всегда, зашли в ГУМ. Тут сегодня цветы вместо елок. И Сен-Лоран, Камелата. Какие-то неизвестные для меня магазины. Ну вот Гуччи известный. Мне нравится вот тут. Лесенка вот там. Боско какие сделал костюмы. Под старину, под Советский Союз. Интересно. Вот такая с российским флагом. Панамочки. Иностранцы очень любят. Велосипеды тут тоже как бы старинные, под старину, электро, веселенькие, симпатичные, красненький мне нравится, такой прямо ретро-ретро, современный, современный, но под ретро. Прикольно, это духи разливают от каравана. Collection. Туфельки на вес даже, наверное, не золота, а бриллиантов. Вот такая вот у них нынче коллекция новая. Мне нравились в детстве вот такие соки. Это, наверное, только в ГУМе осталось. Из таких банок. Советские. Я помню, любила яблочно-персиковый. Интересно все это выглядит. Вспомнить детство. Вообще ГУМ меня всегда на Советский Союз так как-то настраивает. На воспоминания о Советском Союзе, точнее, жизни в Советском Союзе. Я же еще советский человек, родилась еще в 80-х.
Боже мой, какая прелесть. Вспомнить детство и попить такой напиток. Идем в наше кафе, которое мы для себя открыли здесь еще в декабре прошлого года. Посмотрим, что сегодня в меню. И, может быть, покушаем. Детские какие-то игрушки. И сразу на третий ярус. И вон оно, вон там кафе фестивальное. Там мы всегда кушаем первый день нашего приезда. Ну, как всегда. Второй приезд, второй раз будем сейчас питаться тут. Надеюсь, если что-то вкусненькое найдем. Такое вот оно разноцветненькое фестивальное кафе. И там есть бесплатный туалет, ребята. Ну вот, наш обед сегодня. Решила взять щавелевый суп и чебурека. Мама два чебурека. Чебурек, кстати, 95 рублей. Ну и а чай. В Питере? А в Питере? 250. 250. Один чебурек. Просто хотела попробовать щавелевый суп, потому что я люблю щавель. А тут даже еще и мясо говядина вон какая есть. Сейчас попробуем. Ой, майонеза очень много. Ну какой кисленький. Надо самой научиться готовить щавель. Мне что, поставал? Тебе сахар нужен? Ой, ой, мне вот этот. Не надо, не надо. Я крепкий не люблю. Тогда еще надо будет. Ну, возьмем еще, да. На, сыпь сахар. Сейчас посмотрим, сколько тут мяса. Роспотребнадзор пришел. Есть. Нет, это летучая. Нормально. Ну вот, 425 рублей за 3 чебурека и щавелевый суп. И 100 рублей за чайничек с чаем. И еще нам долили кипятка туда. За 2 чайничка с чаем. Класс вообще. И это в центре Москвы на Красной площади. Какие березки стоят. Но это искусственные. Мама говорит. Листики вот какие. Почти настоящие, но нет. Интересно, а вот это? Это же настоящие, да? А тут выходишь из ГУМа и вот такая зелень.
на Никольской улице. Какая красота, эти фонарики. И вот так мы снова выходим на Красную площадь. Дождь и солнце. Где радуга? Не вижу. Ого, сколько народу вывалило на площадь после дождя. А никого ведь не было.